Владимир Путин посетил 344-й центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации. Президент осмотрел образцы летной техники, авиационные средства поражения и тренажеры. Также он пообщался с летчиками, проходящими здесь подготовку. В ходе визита Владимир Путин пообщался с вертолетчиками, проходящими здесь переобучение. Многие из них участвовали в СВО, а кто-то и сейчас находится на передовой. Глава государства очень высоко отозвался о работе нашей армейской авиации в борьбе с украинскими националистами. Все работают отлично. Вносят огромный вклад в достижение общего успеха. Огромный. Летчики штурмовой авиации. Я считаю, что очень тяжелая работа. Также президенту показали технику, на которой в 344-м центре проводится обучение. Кроме того, продемонстрировали и вооружение вертолетов. Например, противотанковую ракету «Хризантема». Изначально применявшаяся с бронетехники, она успешно была адаптирована для атаки с винтокрылых машин. В ходе специальной военной операции наши пилоты регулярно уничтожают ей танки и бронетранспортеры противника. Дальность полета 10 километров. И есть большое количество видео, подтверждающих, когда ракета попадает в танк. У танка прям башню отрывает. Это не из-за того, что боекомплект взрывается, а именно из-за этой мощной боевой части. Напомним, что 344-й центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации был создан в 1979 году. Здесь круглогодично проходят переподготовку военные вертолетчики. Пилоты центра выполняли важнейшие государственные задачи как на территории страны, так и за ее пределами в 30 странах мира. Здесь освоены все типы винтокрылых машин, состоящие на вооружении авиации России. В 1992 году тут была сформирована единственная в мире пилотажная группа на ударных вертолетах «Беркуты».